Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, дорогие друзья! Наступил новый день, и мы отправились в другую деревню. Байрам Алилер. Байрам Алилер – это деревня жены старшего брата Айхана. Янгемикюй. Жены старшего брата Айхана. Здесь вся их семья, большое хозяйство. В общем, очень интересно. Мы сейчас вам все покажем. Друзья, пока нам готовят кофе, покажу вам деревню и дом. К сожалению, многие дома пришли в упадок, старые дома, с момента основания этой деревни. И, например, вот эта вот старая кладка, кирпич, каменная кладка, но дома сейчас строят, перестраивают. Вот вы видите, здесь тоже такой старый дом, который был. Они постепенно разрушаются, а на их месте, например, могут оставить из этих же камней, сделать еще одну стену. В общем, вот это вот дом родителей жены старшего брата Айхана. И сейчас мы пройдем вовнутрь, покажу вам хозяйство, животных. Вот здесь видно, здесь есть трактора, различные приспособления для сельского хозяйства и старые дома до сих пор видны. Ну а здесь старый дом, вот на этом месте его перестроили в такой вот бетонный дом. В общем, заходим в ворота, и первое, что нас встречает, это трактор. И, конечно же, сено сейчас кормят коров. Женщины работают и сейчас дают сено животным. Вот они, маленькие. Не бойтесь, ребята, не бойтесь. Вот они, маленькие телята, очень классные даже. Немного боятся, конечно, но не ходят. Я их уже кормила. Ой, такие хорошенькие. Совсем маленькие, боятся, конечно, подходить. Не бойся. Не бойся, не бойся. Понюхай. Ай, боишься? Ну что ты боишься? Что ты боишься? Что? Красивый. Вот этот теленок очень красивый. Ну, не бойся. И чуть дальше, вот там вот, стоит совсем маленький теленок. В общем, я их боюсь, а они, наверное, боятся меня больше, чем я их. Говорят, что они ничего не сделают, поэтому давайте на свой страх и риск пройдем и покажу вам совсем-совсем маленького теленочка. Вот он здесь стоит. Совсем маленький теленочек. Он еще совсем молочный, только тоже боится. Ой, не бойся. Ой, такой прям нюхает руку. И носик теплый, и влажный. Ой, не бойся. Ой, ой, не бойся, не бойся. Оу. Нет, этот не боится. Ну, что, что, что? Ой, ой, ой. Ой. Скоро вам тоже дадут покушать. Не бойся, не бойся. Ну что, оставим этих ребят дальше. В их дружной компании. Очень красивые, конечно. Особенно вот эта вот корова. Невероятно красивая. Но она боится. Боится меня больше, чем я ее. Да? Как тебя зовут, интересно? Красивая корова. В общем, вот такое вот здесь хозяйство, корова. В этом доме есть только коровы, собака и куры.
Ну, ребята, счастливо вам оставаться. И покажу вам собаку. Собака. Ёлки, а? Там излечим проблемы. И здесь есть вот такая вот собачка, которая очень любит играть со всеми, да? Как тебя зовут? Ты любишь играть со всеми, да? Жарко тебе, да, тоже жарко. О, наигралась ты, да? Красавица такая. Красавица. Красавица. Ой. Очень, конечно, животные красивые, прям добрые. И вот такое вот здесь хозяйство. Куры. Вот мы видим, женщины здесь привезли новую траву, и женщины ее сбрасывают с повозки и относят. Давайте посмотрим, куда ее относят. Ее относят в сарай. Заготавливают сено таким образом на зиму. Бону кышечине персону с дельме? Ага. Да, заготавливают на зиму, чтобы потом давать коровам, кормить животных. Вот здесь такое большое количество сена. Потрясающе. И посмотрите, какие здесь своды. Старый-старый дом. А пахнет. Ох. Невероятно. Запах потрясающий. В общем, друзья, вот такое здесь небольшое хозяйство. Еще пройдем с вами сейчас в дом. Пройдем с вами сейчас в дом. Здесь вход. Здесь такая небольшая терраса типа балкончика. Далее расположены жилые комнаты, спальни и так далее. Комнаты для гостей. И если повернуться прямо, то мы попадем непосредственно уже на кухню. Сейчас покажу вам кухню. Я уже чувствую запах кофе. Здесь кухня. О, кавычок зайкукер. Здесь кухня. И идем в гостиную. А, кофе уже выпили. И здесь гостиная. Здесь у нас Айхан. И здесь гостиная, все сидят, пьют. Сначала траву косят, привозят, и для того, чтобы она высохла, ее раскидывают. Очень тяжелая работа. Бучок, что гнобит? Очень тяжелая работа. Сколько сил у этих женщин. В общем, раскидывают ее вот таким вот образом. Друзья, здесь вот такой вот трактор. Айхан сейчас зайдет в трактор и покажет нам, как там все устроено. Айхан, сан трактор куланы билемесен? Бен бу трактор кулланмадым иш даха önce, о yüzden kesin kullanırım diyemem ama kullanabilirim.
Вот такой вот весь трактор. Смотри, блядь, член газа сейчас. Угу. Так, что у нас на обед? Курбан эти вар, яхни, пипер долмасы вар, каурма вар, томатес вар, карпуз вар, ciğer вар, ciğer каурмасы вар, татлы вар, йогурт вар. Var oğlu var. Tabii, Allah her şeyi var. Vermiş. Köy ekmeği var. Allah'tan bana bir atıl şey girdi. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ben korkuyorum. Lan ne gecikisi istersin? Öyle dersen şimdi Emin Engel'i şüphelendirecek. Bir şey yapar da durduksa Emin Engel baş bize ekşir. Onun karnı o kadar bir darmış ki deme gitsin. Açı da kımaranın üstüne dökülür. Şekerim. Bir bana çay ver. Ayarım. Önemli değil basın. Kırsın. Bardak diyeyim sonra. Reis, şöyle iç. Gene görün ben. Görün de görün de. Şöyle tutacaksın ha yalnız bak. Hatta ben direkt şöyle tabağına götürsem. Vallahi sarsın. Ben öyle dedim. Beni çekiyorsan içiyorum. Babanım. Ha. Aman kızım bir şey koy yine bana. O ya şey yeran yapıyor. Göründü değil mi? 1, 2, 3 deyip hep beraber çıkıyor. Bir şey koy. Ciğer ayı yapıyor ha. Ben iyi. Aslında. Ben iyi. İyice karıştırdım. Şimdi Şevki dayım var yanımda. Biz ona Şavkı dayı diyoruz tabii. hem annemin dayısı kendisi, benim annemin dayısı hem de yengemin babası. Hem Dünür hem dayı. Hem Dünür hem baba taraftan, bizi, anne taraftan bizim akrabamız. Dayı. Evet. Bu da Fatime yengem. Fatme. Fatme yengem. Yengemin annesi. Benim bebekliğimi de bilir işte, ufaklığımı, her şeyi bilir. Aynen. Sen anlat. Aa, işte bu köyün. Sen anlat Şavkı. Bayram Ali'nin kurucusu Bayram Ali. Torunu Şevki Yıldırım. Onun dedesi bu köyü kuruyor. Onun babası evet. Halil. Oğlu Halil, babası değil. Halil abi. Senin baban da Halil. Senin baban da Halil. Oğul Şevki Yıldırım. Buyurun işte. Karışmadık değil mi? Olsun. Dayı, köyde nasıl geçiyor hayat? Ne yapıyorsunuz? Hayat, yazın sıcak, kışın soğuk. Soğuk, kar evet. Çok yağıyor değil mi? Çok normal de var. Normal. Çok değil. Buraya Emre Gölü de açılmış artık. Açıldı. Serinlemeye gidiyor mu yazın? Ben gitmeye gidenler var. Gidenler var mı? Ne yapıyorsunuz? Tarla, takka, hayvancılık devam. Ekin ekiyorsa hayvancılık. Afyon ekiyoruz. Afyon. İneklere bakıyoruz. Yonca ekiyoruz. Değil mi? Aynı. Hayat değişiyor. İleş verdik. Hayat değişmiyor. İleş verdik. Çiftçilik yapıyoruz. Çiftçilik. Evet. Kolay gelsin. Ne diyeyim? Evet. Вот такие же здесь потрясающие люди, друзья. Все наши родственники. Представляете? Очень большая семья. И сейчас мы уезжаем из деревни и отправляемся в Афьон, в город. Это вы увидите уже в следующем видео, а сейчас покажу вам еще чуть-чуть деревню и уже будем с вами прощаться. Вот так вот выглядит дом снаружи. Раскидали все сено, чтобы оно сохло. Трактор. И выходим за ворота. Дети гуляют. Гуляют, играют. Мирабад, что же клад? Вот такая вот обычная, самая обычная турецкая деревня. Сейчас в деревне очень много народу, потому что байрам, праздники. Дорогие друзья!
Друзья, я надеюсь, вам понравилось наше видео из деревни. Как я уже говорила, сейчас мы едем в Афьон. И все об этом красивом городе вы узнаете уже в следующем видео. А на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока.